Друзья, я рад приветствовать вас на канале Криптоинвестор. Здесь мы обсуждаем различные вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями. Безусловно, мы обсуждаем вопросы, связанные с криптовалютой, так как криптовалюта объединяет в себе все эти направления. И сегодня я не случайно с нашим Gorilla App. Это достаточно интересный проект, который позволяет помогать друг другу в организации различных проектов, связанных с Web3, с NFT и так далее. Но для более подробного ознакомления с данным проектом я все-таки планирую перейти непосредственно на сайт, где потише, и все-таки мы более подробно сможем обсудить это уже глядя на сайт. Поехали! Если мы посмотрим на сайт, здесь, к сожалению, нет русского перевода, но ничего страшного, воспользуемся просто автоматическим переводом от Яндекса или Гугла, неважно. Так что же у нас такое гориллы и обезьяны? Гориллы — это коллекция из 11337 уникальных несменяемых токенов, то есть NFT, которые предоставляют привилегированный доступ к самым невероятным международным событиям, событиям, посвященным вдохновителям и сетевым мероприятиям, сеансам мозгового штурма и безумным вечеринкам, которые проводятся в удивительных местах, такие как виллы на пляже, яхты, особняки и прочее. Ваша Gorilla Apps NFT – это ваш золотой билет в по-настоящему изменяющая жизнь реальное сообщество. Вы присоединитесь к элитному сообществу, готовому оказать реальное глобальное влияние. То есть, по сути, ваша NFT является своего рода входным билетом в сообщество App Gorilla Club, где, соответственно, будут проводиться различные мероприятия, связанные с повышением вашего общего уровня, с увеличением ваших возможностей в бизнесе. Здесь планируется оказывать помощь в расширении возможностей друг друга. То есть миссия проектов состоит в том, чтобы расширять возможности сообщества с помощью множества других возможностей, включая возможность для владельцев получать бизнес или благотворительные гранты. Точно так же планируется создать академию Web 3.0 и блокчейны, позволяющие улучшить программное обеспечение для содействия бизнесу, сетевые возможности и предоставление доступа к мероприятиям высокого уровня, обучение Web 3.0, обучение программному обеспечению и играм. Основные все мероприятия производятся, соответственно, в Дискорде. Для того, чтобы их не пропустить, соответственно, желательно присоединиться к Дискорду. На текущий момент там уже достаточно большое количество людей, но к Дискорду мы вернемся чуть попозже. Как видите, достаточно интересные на самом деле NFT-шки сами по себе. Они красивые, имеют различные головные уборы, различные окрасы кожи, различные глаза, очки. Ну и в принципе мы видим то, что есть еще отдельные обезьянки, которые имеют при этом еще различные эмоциональные состояния. То есть некоторые злятся, некоторые веселые, некоторые удивленные и так далее. Если мы посмотрим на дорожную карту, здесь достаточно много прописано всего. То есть мы видим то, что практически с самого начала запуска планируются стартовые сетевые встречи Gorilla Apps, которые будут организованы по всему миру в Европе, Азии, Карибском бассейне, Северной и Южной Америке. То есть в эти мероприятия исключительно будут входить только владельцы NFT Ape Gorilla. Мероприятия будут посвящены сетям сообщества, вдохновителям, чтобы узнать о возможностях онлайн-бизнеса, Web 3.0, обучении криптографии, NFT, DeFi и прочее. Соответственно, все это будет сделано в различных местах, то есть планируется использовать различные яхты, особняки на берегу моря, различные достаточно такие зрелищные места для того, чтобы эти мероприятия вам действительно запомнились надолго. Ну и, соответственно, для того, чтобы повысить ваше восприятие в этот момент. Кроме этого, планируется обеспечить физический доступ к различным эксклюзивным привилегированным мероприятиям, таким как в различных клубах, ресторанах, виллах. То есть специально для этого будет арендовано на определенное время данные заведения, и в этих заведениях можно будет непосредственно принять участие. Но что более интересно, на мой взгляд, является то, что в ближайшее время будет запущен Gorilla Build. Это программное обеспечение, которое является услугой для простого создания веб-сайтов. Это точно также является каналом продаж маркетинговых компаний по электронной почте, системам бронирования встреч, целевых страниц и многое другое. То есть это будет специальный программный инструмент, который будет являться такой утилитой для организации вашего бизнеса. Точно так же в ближайшее время будет запущена Академия, об этом мы еще поговорим позже, она уже анонсирована в социальных сетях. В этой Академии, соответственно, будет проводиться обучение по программированию, по криптовалютам, NFT и централизованным приложениям и прочее. Также будет запущена торговая площадка. Здесь можно будет менять одежду для вашей гориллы, соответственно. Здесь с помощью специального программного обеспечения вы можете придать вашей горилле индивидуальность различными дополнительными товарами, различными одеждами и прочим. Также планируется запустить собственный токен, который будет токен MetaGorilla, чтобы вознаграждать держателя NFT, который будет претендовать на вознаграждение в данном веб-сайте. И в дальнейшем также будет запущен Royal Gorilla NFT, который смогут отчеканить только владельцы Gorilla Обезьян, то есть Gorilla Apps, Gorilla Club. И именно они только смогут использовать эти будущие NFT-шки.
Ну и как многие другие проекты, App Guerrilla Club планирует запустить собственную игру, то есть это будет многопользовательский шутер от первого лица, а также это будет 3D-игра в стиле MMORPG для взаимодействия сообщества в виртуальной среде. Ну и, безусловно, отдельным пунктом можно выделить то, что из коллекции распродаж Gorilla NFT будет часть средств выделена на различные благотворительные гранты и на помощь сообществу. Потому что социальное благо, как говорится, оно никуда не девается, его тоже нужно все время использовать. Кроме этого, 10% от всех вырученных средств будет направлено для организации бутанской общины. То есть здесь есть, если мы посмотрим в наше комьюнити, соответственно, посмотрим, кто у нас сейчас представляет данное сообщество, мы увидим то, что здесь есть представитель королевства Бутан, и как раз таки там будет организовано специальное сообщество, которое поможет жителям данной страны. И также, если мы посмотрим на всех участников данной платформы, мы увидим, что здесь есть как раз таки посол NFT от королевства Бутан. Ну и кроме этого, здесь есть достаточно большое количество нужных участников, то есть это и дизайнеры, и PR-менеджеры, и эксперты по блокчейну, аналитики NFT и прочие члены сообщества, которые как раз таки помогают развивать данное направление. Друзья, в общем, как вы понимаете, проект Gorilla App действительно заслуживает внимания. Соответственно, рекомендую настоятельно вам подписаться на все социальные сети, то есть на Twitter, на Discord, для того, чтобы не пропустить какие-то активности. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Как обычно, желаю вам хорошего времени суток, больших профитов и до встречи.